Ребята, давайте выучим цвета. Нарисуем машинку белого цвета. Белый. Автомобиль красного цвета. Красный. Следующая у нас будет машинка зеленая. Зеленый. А это автомобиль голубого цвета. Голубой. А теперь машинка желтого цвета. Желтый. Нарисуем оранжевую машинку. Оранжевый. Автомобиль серого цвета. Серый. Следующая у нас машинка синяя. Синий. А это автомобиль фиолетового цвета. Фиолетовый. Ребята, повторяйте вместе со мной. Белый. Красный. Зеленый. Оранжевый. Серый. Голубой. Фиолетовый. Синий. Желтый. А теперь полезный совет для наших зрителей. Переходить улицу можно только по пешеходному переходу и только на зеленый сигнал светофора. Щелкни на картинку, чтобы посмотреть следующий мультик.